Вон подружка тайсоновская. Сейчас встретимся с тобой. Кто там Тайсон? Пошли, пошли. Заходите. О, Тайсон. Узнал? Вспомнил. Сейчас зайдем, сейчас. Сейчас обойдем. О, Тайсон, как ты. О, проснулся Тайсон. Папка бежит. Стой, Тайсон. Стой, Тайсон. Да, я тебя отпущу, стой. Стоять, Тайсон, стоять. Стоять. Тайс, вперед, заходи. Тайс, заходи, Тася. Тайс, заходи. Бег, конечно. Бегемот. Тайсик, вперед. Давай, закрывай, ты там есть собака на свете. Заходи. Ну, а какой бегемот большой стал. Привет, Евка, привет. Привет. Что ты там унюхал, Тайсон? Тайсон, там уже ничего нету. А, ты его кастрировала? Да. А, он поэтому думает, это подружка. У нас, знаешь, какие были, вот такие были. Ну да. Мне даже жалко было. А, эти яйки? Да. Так они здоровые были, да? Да, там. А зачем вот отрезали? Ну, а чего? Пойдем на лавочку, может быть. Дерки нету. А что мы тут? Ну да. А сейчас ему сколько? Вот и 5 будет. А Евке сколько уже? 6. О. Старички мы уже. Скажи, мы еще не старички. Ну вы-то еще... да, а мы-то уже. Вы-то, это вы. Да, Евка? А я сказал Тайсон. Тайсон, ты что это? Попутал? Вон твоя подружка-то. Что, забыл что ли? Скажи, мне блондины больше понравились. Да. А я говорю, Егор, сейчас Тазик придет. Все. А она его забыла, наверное. А, Евка. Тайсон, ты чего? Ну-ка, Евка, разберись. Давай, давай. А то всю елки-палки только с матерью гуляли. А. Ой, ну привет, привет. О! Так. А он еще подрастет, интересно, этот? А хрен его знает. Ты даже больше уже не надо. Ну да, он уже такой и так большой. Он и так у меня сам испомет. А там дома кто еще есть? Три кошки. А, три кошки. Две нормальные, а третья неадекватная. Почему? Ну, потому что третья не моя, она на всех. А. Да, Ева? И с собаками тоже? Да. Они даже к ней не подходят, потому что Талиса дурочка, мы с ней куда. А зачем тогда ее, может быть, ее... Это дочерь на кошка. А. А дочь вышла замуж и не, уш... и не забрала ее. А, замуж вышла? Да. Да. А где, здесь в Зелике живет? Нет, в Самаре. Что так далеко-то? Да, и Самара, и Самаре, да. Что так далеко-то уехали? Ой, ну да, что, дальше тем лучше. Это муж оттуда, да? Да. А муж вообще, он... по-моему, с Липецка. А как он здесь оказался? Как они познакомились? Через интернет. А, с интернета. Так он бы что, сюда приехал? Зачем она туда? Они исламы. С кем? Исламцы они. А что? Они приняли узбеки? Ислам. Нет, он русский. Она ислам приняла, и это тоже. И так познакомились. А собака, они не имеют права даже... А, из-за собак. Да. Кошками, пожалуйста. Собак. Тайсон, ну все, успокойся, а то ты сейчас запыхаешься. А здесь воды-то нету. А грозный-то такой был до этого. Ну, он думает, что же, так с ним не справлюсь, наверное, думает. Но лучше не буду.
что, вспомнил, что это Ева твоя, да? Да, сейчас этого попробовал, эту сейчас попробует. Всех попробует Тайсон. Привет, друзья, привет. Тайсон, Евку-то вспомнил? Ей. Ему больше блондина нравится. Да, скажи, такой симпатичный паренек. Да, Ева, оставь ты его в покое. Ева, уже. Ева, ну давай хоть ты... Давай, немножко это. Ну-ка, хватит, успокойся. Тебе, наверное, сейчас напрягаться-то нельзя с яйками своими, да? Возбуждать лишний раз. Ну да. Да? Поэтому, Тайсон, не надо, а то сейчас у тебя опять что-нибудь воспалится там. Эй! Тай! Сейчас вроде бы подлечились. Я ему хочу это. Мне кажется, у него что-то с печенкой стало. Какой-то он слабенький стал. Антибиотиками-то, наверное, запичкали его 3 недели. Ну да, ты посмотри это. Корсил как-то хочу попить, подавать. Во-первых, посмотри, какой цвет кожи у него. Кожи? Да. Где? Дёсны, посмотри, кожу посмотри, вот так вот, да. Потом посмотри в глаза, вот эти белки. Там же дают, там же видно, что печёнка жёлтая. А как жёлтые видно? Жёлтые глаза? Кутизной такой отдают белки. Кожа такая может быть. Ну, сама вот ты разбираешься, посмотри. Что там, по Тайсону, ничего там, посмотришь-то по нему. Не, ну мне по состоянию вот кажется, что он часто стал останавливаться и ложиться. Может, это все-таки сердечное? Не, ну мы когда перед операцией его проверяли, сердце нормально. Ну, антибиотик, может, посадить? А, ну это... Что хочешь. Да, сердце. Да, да, да. Ай, да, ты мой телятой. Да ты мой, самый лучший. Тайсон, отстань от него. А что, как думаешь, корсил нормальное? Корсил нормально. Да? Подавать-то можно, она же хуже не будет. Нет, она, по-моему, на траву, что ли. Ну да, это расторопь все. Нет, она, когда у меня так туберкулез был, у кого? Это, как у Славки. Ну что это? Ну, где-то подцепилась. А, ну это этих, у людей, а у собак. Собакам же тоже можно? Да. О, здесь хорошо, здесь тенек. Тайсон, ну все, нельзя. Все, успокойся, Тайсон. Нельзя. Иди ко мне. Все, ложись, лежать. Вот походу на Тайсона потом так же будут все залазить, да? Будут думать, что это девочка. Подожди, Тайсон. А что ты там, на холке смотришь? Нет, да? Мне кожа нормально вроде бы. Тайсон, подожди, ну-ка нельзя. Тайсон. Иди, мать, а ты давай нельзя. Лежать, давай. Все, лежать. Лежать, Тайсон, все. Отдыхай. Дай, я посмотрю на тебя в глаза. Тайсон! Да что ты там увидишь, ничего не увидишь. Тайсон! Я газа кругу! Полежать. Все, лежи вон с бегемотом. Лежать нельзя. Все. Слушай, ты большой, Тайсон, не убивать. Мне нормально. Тайсон, ну подожди ты, ё-моё, Тайсон. Дай, я на тебя посмотрю-то. Мне нормально. Есть немножечко золотые такая вот капелька. Ну подавай там тебя, от него хуже не станет. Ну да. Я думаю, вот курс пройти один. Посмотрим. Мне кажется, все-таки от антибиотиков, да? Уже три недели-то я его пью. Вообще-то очень много, мне кажется. Он сказал вообще без разрешения не прекращать. Я, короче, я смотрю, Тайсон уже это, хуже, что-то он какой-то вяленький, дохленький стал. Поэтому я думаю, нафиг, прекращу. У меня Евка сирота, уже что-то прихожу с работы какой-то. Тайсон! Нельзя. Такая вялая, прям лежать. Даже кожа, даже вот шерсть какая-то такая, знаешь, вот непромытая. Да не, я Евка нормально. Нет, у него всегда такая, она приятная. Чего у нее с ушами постоянно? Ну, вот у нас отит такой. Отит? Они проходят, нельзя вылечить? Ну, уже как бы, да, поздновато. Это что, опухоль или просто? Нет, не трогай, она не любит. Вот у нее такой отит вот. Я один раз помыла и что-то, и плохо видно там внутри. Нет, все, Тайс, нельзя. Лежать. Все, успокойся. Все, ляж, полежи, бегемот. Да ляж ты, господи, а вот ему интересно. Ну, гамон. Тайсон! Лежать, сказал. Сейчас получишь у меня. По мордасам. Я. По мордасам кто-то получит. Ах ты хулиган, Тайсон. Вон рот как раскрыл-то, как этот, а? Сейчас бегемот это проглотить сможет. Лежать! Молодец, все. Давай, вот так. О, молодцы. О, как хорошо. Тайсон! Лежать!
Субъект. Субъект. Скажи, я чипокаться хочу. Я думаю, вы меня сюда привели, чтобы я с ним чипокнулся, что ли? Нет, Тайсон, нельзя. Что, моя старушка, она скучит какой-нибудь. Иду, да, как ты, иду, как овечку тащу, так иду. Ну, уже взрослый, что, Тайсон теперь, вот я тоже теперь заметил. Он раньше впереди бежал, а сейчас вот сзади. Вот так все, он там ел, он здесь, да, я. Да, Тайсон так же. Он у меня постоянно вот так встанет, как этот осел упрется, типа, давай там полежим или еще что-нибудь. Нет, у нас пока этого нет. И бегемот вот так вот. Тайсон, нельзя, лежать. Все, молодец. Что, моя зайка? Моя рижа, моя рижа. Какие у тебя зубы большие, бегемотище, лежать. Молодец, сейчас лежу, лежу. Зато мы берем высокий барьер.